Эта фотография была сделана прошлым летом. Во время нашего отпуска мы решили исполнить нашу давнюю мечту и отправиться пешком, что называется, на машине через полстраны в Крым. Дорога была долгой, сложной, и вот это, получается, крайняя точка, практически крайняя точка нашего путешествия – это мыс Фиолент. На фотке видно, что море, Черное море, уходит буквально в горизонт, и на нем я, наверное, не первый раз, но в очередной раз я искренне и до глубины души поразился, насколько все-таки величественна природа. Здесь не видно, но высота, я даже не смею предположить, какая там высота. Но я как человек, который не боится высоты, мне было страшновато смотреть вниз. Море, которое переливается там двумя-тремя цветами у берега, и два течения там сходятся разных цветов. Море уходит в закат буквально. Здесь не в закат, а просто в горизонт, в небушко. Еще один из важных моментов. Здесь видно на фотографии мой протез. Так вышло, у меня уже больше 10 лет нет ноги. И из этих, условно говоря, 10 лет, лет 8, я этого стеснялся. Я это постоянно скрывал. Даже когда коллеги на работе узнали, были удивлены. Этот отпуск был первый, который я провел полностью в шортах. И это тоже был такой момент переступить через себя. И все-таки, может быть, принять себя, что ли, не знаю, ну, по крайней мере, перестать стесняться. И третий момент, почему эта фотография для меня знаковая, здесь не очень видно, но на этой фотографии я вешу около соточки. После своего последнего больничного я переступил черту в 100, было 106 на весах. В отпуске было где-то около того, сейчас, спустя полгода, минус 10 кг. Это зал, правильное питание и, в общем, ограничивание себя во многом. Вот поэтому эта фотография мне говорит о многом.